Итак, приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, продолжаем с вами проходить Dark Souls, и я думаю, вот все-таки одеть сет full farm, как говорится, или походить в этом. Ну давайте наверное, так, это что за кольцо вообще? Давайте на такой компромисс, наверное, пойдем. То есть я одену кольцо с золотым змеем, одену шапочку, но шмотки одевать не буду. Потому что надо, чтобы у меня хоть какая-то защита была, я не хочу дохнуть постоянно. Так, оп. Оп. До свидания. Оп. Так, тихо. У них очень серьезный урон, как вы видите, кстати. Так, а, понял, что это было за кольцо. Ну, здесь мы проще поступим, то есть, чтобы не этот, оставим это кольцо, просто возьмем и используем одну человеческую фигуру. Уже конец игры, скоро фигурок у нас дохера. Тем более, в новой игре, конечно, не пригодятся, я думаю, но как-нибудь обойдемся. Так, там мы открывали уже. Окей. Так, тут эти твари. Вот черт, а. Так, что-то я дамаг какой-то получаю, ребята. Жесткий, вам так не кажется, да? Что-то я дохера получаю урона вообще от них. Там еще этот. Как он? Свидание. Оп. Ходим. Там огр, мы помним про него. Вот черт, а. Оп. Оп. Раз. И черт, у меня нету стамины. Есть. Драконий талисман. И пришел огр. Так, тихо, восстанавливаем здоровье. Так, я не уверен, что на него будет действовать сила тьмы. Это обычный огр или какой-то прокачанный? Обычный, судя по дамагу. Хотя, может быть и нет, потому что все-таки урон не очень большой прошел. Так, вспоминаем, как его убивать. Куда ты пошел? Стрел забыл купить опять. Да пошел ты нахрен. Че ты думаешь, я за тобой ходить что ли буду? В чем прикол, можно вообще не целиться, когда тупой какой-то огр, если честно. Можно вообще не целиться, ну почти что. Тупой огр вообще. Ну и хорошо, нахрен с тобой. Связываться лишний раз не хочу. Так, там мы были. Оттуда мы пришли. Окей. Я знаю, что на этой карте есть этот осколок фляги с Эстусом. Но вообще в Dark Souls 2, по крайней мере на новой игре плюс, о, точнее по новой игре, на обычной игре 12 фляг максимум можно носить с собой. По-любому, я, здесь какие-то еще секреты есть, но обрыв. Нас интересуют самые основные, то есть всякое говно мы собирать не будем. Большая душа гвардии рыцаря, старый лучистый самоцвет жизни. И здесь мы можем призвать кого-то. Кто это? Какой-то рыцарь. Пока не будем вызывать его. Надо будет потом, сходим, вызовем. Так, тихо. И я умер. Как глупо, а? Так. Но вот эти вот ребята, они из них выпадают титанит, поэтому титанит мне, честное слово, не помешает, то есть я могу прокачать еще доспехи, второй меч. Ну, короче, титанит, это, говорю, это безумно ценная вещь, которая всегда пригодится.
Самая одна из самых редких вещей вообще, которые есть. Даже человеческие фигурки попадаются чаще, чем титанит. Вот эти меня, конечно, раздражают. Чё так маленько, чё такой урон маленький прошел? Так. Я надеюсь, с Огром нам драться снова не придется. Так, эти тут нападают еще. Труп надо свой поднять обязательно, потому что там, конечно, душ немного, но души для меня сейчас очень ценная вещь, поэтому... А в новой игре плюс, там вообще, ребята, нужно просто тупо ставить кольцо, которое сохраняет, и ходить только с ним, потому что если вы будете... Там душ, чтобы прокачаться, нужно очень много, и если их просирать, то есть, то вообще не прокачать. Тупо ты вообще не сможешь прокачаться нормально. Так, Огр там. Я вот думаю, он что-то охраняет, наверное, там, да? Давайте все-таки попробуем с ним разобраться и проверить. Лук, конечно, бы еще не помешало прокачать. Но урон у меня, соцените, со стрелы по 200 идет. Иди сюда. Жирный кусок говна. Опять он тупит. Я бы не сказал, что он тупит. Это усиленный тролль, потому что у того жизни было 100% меньше. Ну, из лука, говорю, проще расстрелять, да и все. Чё еще? Нервы на него тратить, что ли? Обычный плод. Так, аккуратно идем. Не вижу ничего так. Хотя вон что-то есть. Так, и эти ублюдки уже начали по мне стрелять своими сраными этими. Так, надо выбрать такое место, чтобы они... Да. Невидимые сети. Кстати, видите, как, когда я далеко, они двигаются неестественно. Так, одного мы убили. Это хорошо. Что-то мне подсказывает, что он там не один. Хотя нет, вроде один. Стоп. Нет, это этот. Этой твари не особо опасно. Ага, вот. Так, ну их на... И я утонул. Фу ты, чёрта. Там по-любому что-то важное лежит. Чёрт. А я вообще труп-то свой поднял, нет? Что-то я даже не обратил внимания. Ой, чёрт, ребят, извиняюсь, что, конечно, опять начинается дрочево. Но всегда вот в таких локациях, где много мест, где упасть, я буду падать. То есть это просто аксиома. Ах, да, у меня укол не очень хорош против низких врагов, скажем так. Так, что значит? Ну, я все по-любому, ребят, туда сейчас схожу, то есть... Давайте просто будем очень аккуратно сейчас действовать вообще, постараемся по максимуму, то есть, действовать. Будем стараться избегать. Так, этого выбегаем сейчас и убиваем, быренько.
Все, убежали. И назад. Оп, все. Так, опять там, наверное, сейчас упаду куда-нибудь. Так, откуда он стреляет? Я не вижу его. Ага, понятно. Так, идем. Оп, колонна защищает. Оп, щит. Кружок влево. Оп, оп, все. Так, берем предмет. Мерцающий титанит, этих тоже падает. Отлично. Отлично. Так, тихо. Сыворотка кровотечения. И на нас нападает это дерьмо. Жирное. Ну и все. Я буду... Даже не собираюсь с тобой драться, пошел ты нахер. Тем более в болотистой местности, где движения героя, если кто не понял, очень сильно замедляются. И... Ну не в болотистой, где вода, короче. Движения героя замедляются. И здесь очень сложно уклоняться. А на щит принимать его удары, я не уверен, что я смогу даже на такой щит. Ну, стрел пока много, так что можно особо не париться. Все, так. Сейчас главное не упасть. Смотрим. Так, посмотрим, что у него, во-первых, выпало. Обычный плод, да. Я не вижу никого из этих деревьев. Вот я знаю, что там есть один этот, который... Один точно есть, который стреляет. Ага, вот он. Оп. Так, черт, он сейчас... С такого расстояния, ребята... Начал херачить. Все, ушел. Так, аккуратно. Так, берем меч, щит. Живаем. Вот черт, а. Так, еще один урод. Так, 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 так. Тут просто я... Видите, как узко. Я боюсь просто бить по нему мечом, потому что я могу упасть. Махнув. Да, осколок фляги с эстусом, это здесь. И сейчас наша задача отсюда еще как-то выбраться. И дальше будет только сложнее. Блин, вообще плохо так видно. Тут подлянок очень много, я говорю. Как там, From Software называется, да, компания? Они любят. Хотя это безумно крутые парни, но они любят поиздеваться над игроком. Вот тут где-нибудь в середине бы легко могли оставить этот... Ну, как он называется-то? Иди сюда. Этих легко убивать. Так вот. Блин, титанит не выпал, к сожалению. Так, два урода там. В принципе, если не падать, то убить их несложно. Раз, два. Я боюсь, что здесь опять яма будет какая-нибудь.
Урон-то, конечно, у них жесткий. Опа! Так, убегаем. Так беги ты, придурок, беги! Почему? Я не понял, почему он не мог туда зайти. Он просто стоит на месте. Я только что чудом выжил, вообще просто чудом. Локация не из простых, на самом деле. Но тут играет еще роль, говорю, тот факт, что я все-таки в режиме фарма частично нахожусь, и мне сложнее. Так, где эти уроды? Я не совсем просто понял, где... Интересно. А вот откуда по мне стреляли, понятно. Так, сейчас будем из лука их расстреливать. Так какого черта? Я не вижу их. Там еще вон целая локация, туда надо еще заглянуть. Одного убили. А вон еще один. А, это ближний бой. Это ладно. Хотя эти тоже довольно мощные парни, кстати, надо сказать. Ну, они поодиночке вообще не опасны, но когда их много, они вообще просто очень неплохо нагибают. Мерцающий титанит, перчатки архидракона. Это круто. Хе-хе. И чуть не упал я опять, кстати. Кто стреляет? Откуда? Черт бы побрал вас. Оп. Да какого хрена? Опять это здесь дерьмо. Так, тихо. Я не могу запомнить, откуда они стреляли, потому что они пропадают постоянно. Вот этот, кстати, косяк движка, кстати, надо тоже что-то сделать. То, что не видно на определенном расстоянии врагов. Вот сука, попал ведь, а. Геморройная, ребята, очень локация, очень геморройная, я бы сказал даже. Крайне геморройная. И меня она уже задолбала, если честно. А, я думал, что он там. Я чуть не умер только что. Очень большой урон, видите, в чем проблема. Я не знаю, идти на ближний бой или не на ближний. Этот на ближний, ну это ладно. Печатки архидракона. Блин, у меня столько уже выпало этих сетов архидракона, ребята, вы бы просто знали. Так, видно. Смотрим на землю. Бегать нельзя тут.
там что-то есть. Так, убегаем. Я не собираюсь с ним драться, честно. Я же не Д'Артаньян, чтобы там... Не дай бог вам в эту игру, ребята, поиграть без лука. Это вообще жопа будет полная. Некоторых врагов без лука убить просто... О, в глаз попал, кстати. Что-то там есть, но надо быть аккуратным, они запросто могут где-нибудь здесь сделать яму. Платье, платье поющие, кольцо жизни плюс 2. Ну, кольцо жизни плюс 2, я думаю, что при определенном ситуации может, наверное, пригодиться. Так, тут аккуратно сейчас идем. Смотрим в землю. Идем быстрым шагом, а не бегом. Так. Алая вода. Так, там вроде ничего нету. И мне интересно. Туда реально как-то дойти вообще, нет? Нет, не, а нет, вот сюда реально. Но это очень сложно, надо очень аккуратно действовать. Душа героя, небесное благословение. Ну, в принципе, весьма полезно. Так, и что? И теперь, где у нас там... Ты, мил человек. Что ты тут делаешь? Так, и нам теперь нужно с вами вызвать того чувака, потому что, скорее всего, там босс... Пройдя весь этот ад, я совершенно не горю желанием проходить этого босса в одну каску. Мне придется тратить еще одну человечность. Это 100%. Но я не хочу подыхать, говорю на нем. Так, используем человеческую фигурку. Бесконечной человечности тут тоже уже не пофаришь, не пофармишь, как в Dark Souls первом. Вот в чем-то игра легче, чем первый Dark Souls, но в чем-то сложнее. Так, что я хочу сделать? Так, меч более-менее целый. Так, давайте, во-первых, с билдом разберемся. Так, нет, давайте сначала этого мудака призовем. Я думаю, что он мне пригодится. Главное, не утони, я тебя умоляю. Я надеюсь, что ты мне поможешь, потому что иначе нас порвут просто. Я не хочу заново все это проходить. У меня 20 тысяч душ, это, конечно, не очень много уже, но... Это почти уровень. Так, тихо, это что за дерьмо еще? Хорошо, что я, когда попадаю по фантому, урон не проходит. Это очень сильно упрощается. Так. Теперь мы с вами должны разобраться с билдом. Так. Во-первых, мы ставим сюда нормальный шлем. Хотя можно, наверное, даже что-нибудь... Нет, потяжелее, наверное, ничего не получится. Нет, вот это, кстати, потяжелее. Наверное, на босса я его одену. Чисто на босса. Ну, смотрится как говно, согласитесь. Вот. И вместо золотого кольца мы с вами оденем кольцо. Наверное... Ну-ка, жизни плюс 2. Добавляет так-то жизни. Но смысла в этом не очень много. Лучше уж тогда, наверное, вот это кольцо. Кларанти, я думаю. Так, все вроде на более-менее нормально. Пошли.
Так, а это не босс еще был. Ни хрена себе они атакуют-то. Ок. Так, тихо. На него, видимо, не действует их яд. Я просто помогаю ему, короче, если кто не понял. Все, дебил. Куда ты пошел? Костер. Так, я, пожалуй, присяду. Невозможно использовать костер. А, потому что я этого мудака. Ну ладно, главное, что костер есть. Заново это говно не надо все проходить. Это уже очень радует. Так, эти пидорасы там уже постреливают своими этими. Вроде нормально все, да? Правда ведь? Фелиция храбра, а, это баба, ну ладно. Там, я помню, что там что-то лежало. Шар душа гордо подается, тьфу ты черт, а. Ой-ой-ой, Фелиция, только ты не сдохни, я тебя умоляю. Она упала. Это тупая баба упала. И я меня убили. Темные духи меня убили. Я вообще не понял, что произошло. Ладно, ничего страшного. Рядом был этот костер. Темный дух еще вторгся. Вообще полный. Что-то локация-то, ребята, не из легких, я вам скажу. Я даже не жалею, что я так оделся, как идиот. Грибы-то тоже, кстати, довольно такие суровые эти. Учитывая количество. Ихний туман, скорее всего, разъедает экипировку. Судя по всему. Потому что он желтый. Желтый цвет обычно кислота, которая портит ваши вещи. Я не утверждаю, может быть, я ошибаюсь, но скорее всего это так. Можно, конечно, флягу сходить прокачать, но я что-то... Так, этот урод уже там приехал. Чтоб я с вами честно дрался, да пошли вы в жопу. Урод. И попал ведь, а? Все-таки гнида. Я помню, тут еще эти уроды есть. Вон эта сучка. Не забываем, что тут там темный дух еще может вторгнуться. То есть надо по максимуму здесь всех положить. Скептика. Я боюсь этих штук. Ага. Так, тихо. Убегаем. Убегаем. Темный дух идет. Так, лечимся. Я не знаю, что это за темный дух. То есть, кто это по классу. Так, это какая-то сраная магичка. С щитом. Так, 3, 4. Отходим. Восстанавливаем стамину. Все, закончилась шлюха.
Или это кто это? Мужик? Ну, неважно, короче. Главное, что положили мы их. Это уже радует. Я помню, что сейчас какая-то мразь начнет по мне стрелять опять. Гладкий шелковистый камень. Оживление. Да какого черта вы закройся? Не то. Хочешь, чтобы я честно, да, с ним дрался? Конечно. Побежал. Сейчас только разбег возьму. Как говорят. Блин, 31 тысяча душ. Так-то неплохо было бы, конечно, сходить левел поднять. Но заново весь этот геморрой. Конечно, темный дух в этот раз не вторгнется, но... Душа гордого рыцаря, парный клинок из красного железа. Ха, там еще что-то есть. Куда нам идти? Так, смотрим под ноги. Куча всего просто. Так, здесь сюда можно вообще пройти, нет, как-то? Так, тут надо очень аккуратно. Какое-то сраное заклинание ненужное никому. Кстати, в этом было лучше. В первом дарке, по-моему, было границы. Вы-то, наверное, вообще не видите этот, ну вот, где земля, где нет. Мне немножко видно, но видно плохо. Черт. Их тут довольно много, кстати, этих тварей. Черт, стамина-то просаживается. Лучше их убить. Видите, то есть они меч проходят над ними, только рубящие удары достают. Так, а стоп, где я вообще? Я что-то вообще не ориентируюсь. Так. Оттуда мы пришли, да? Да. Окей, так. Там какая-то башня непонятная. Или где она там? Вон там. Вообще непонятно, куда идти. Ладно. Так, бегом здесь ходить не надо. Душа гордого рыцаря, золотой цветок, отлично. Так. Туда есть возможность как-то пройти, нет? Чуть не упал только что, у меня сердце чуть не на пол не упало. Нет, туда, видимо, пройти нельзя, хотя... Да, нельзя. Ну и хорошо. Меньше думать, куда идти. Я чуть не обосрался сейчас, блин. 33 тысячи душ. И так слить, это было бы полная жесть. Так, нам сюда, видимо, да? Это, к сожалению, сдохло, баба. Да, и там босс. Это кто? Я не знаю, что это, что только что произошло. Ну, что-то произошло. Наверное, это что-то было хорошее. Я очень надеюсь, потому что сейчас нам будут надирать жопу, я думаю. Так, еще раз проверяем кольца. Кларанти. Второй дракона. Это и серебряным змеем. Конечно, можно его поменять на что-то, но... С другой стороны, больше душ за босса. Ёперный театр, это что за дерьмо еще? Что ты такое вообще? Я только что... Понятно. Понятно?
Я не понимаю, как эту тварь бить вообще. Куда ее бить? Ага, видимо, только в этом можно бить. Стоп. Может, ее из лука расстрелять лучше, а? И я умер, дурак, а только лук убрал. Опять этот геморрой весь проходить. Кошмар. Так, все, это в следующей серии. Серия так затянулась. Блин, это полная жесть какая-то. Ладно, всем спасибо, в общем, за внимание. Оставайтесь на канале. Всем пока.